Вітала, студія продовжує роботу. Як обіцяла, говоримо про новітні технології в освіті. І зустрічаємо гостя Марка Бойтнера, професора, завідувача кафедри ділової та кадрової освіти в університеті Падерборн, Німеччина. І, мене звати Євген Фомін. Колегу, власне, так. Дуже приємно вас вітати. І одразу ж почнемо з того, чи був Марк в наших аудиторіях і що побачив. Говоримо про освіту. В якому виші були і що бачили? Have you seen the rooms or what universities you have visited today? What have you seen? Could you share your expressions? Yeah. What you have seen? I really like this university. I was in the faculty of law and also in the faculty of journalism here, and we had a great discussion first with a group of students which are really interested in new media and also in the approach of IT. And after that, we had a sort of discussion in a round table, and so everybody was really interested. Мы сегодня посетили юридическую академию, посетили факультет журналистики и права. У нас была прекрасная дискуссия со студентами. Мы говорили о новых технологиях и о том, как использовать блогерство для усиления своей голоса. У нас є інтерактив для глядачів. Ми питаємо у них на задану тему щось. І цього разу питаємо таке. Який тип освіти ви обираєте або обирали і будете обирати? Два варіанти відповіді – академічно чи дистанційно? Якщо можна, Марку, перекладемо, щоб він теж зробив свій вибір. There is a question to online subscribers. What type of education would you choose? Is it academic one or distance? Oh, this is a good question, because this depends on the situation. I'm from a university, so usually you would say, okay, this is a guy who would say academic one is the best one. And it's a little bit different, because my background is a vocational education, which I had in the field of banking. And so it's quite different. I would say if you are on a basic level, it's quite okay to do it in a direct face-to-face situation. But if you are signing up to a more higher level, it's quite interesting to combine digital media as well as face-to-face courses. I won't prefer just online courses, because there's not that feedback. But the combination, this is the thing which is really interesting. Все зависит от того, на самом деле, какую ставить вы перед собой задачу. Если, например, кто-то вам скажет, что только классическое образование будет правильно, я с университета, логично, что сказать, что самое лучшее, это когда, собственно, в аудитории мы все сидим. Все зависит от того, что вы ставите перед собой, какую задачу. Если это основное образование, скажем, такое базовое, базовое образование, то, скорее всего, конечно же, речь идет о личном контакте с преподавателем. Если мы же говорим уже о каком-то высшем образовании, только онлайн-курсы тоже нехорошо, только потому, что нету обратной связи. Якщо говорити про журналістику, ви сьогодні спілкувалися саме з цими студентами, тут може бути дистанційна освіта? If we speak about the journalists, would you consider, is that possible to apply digital education for journalism? Yeah, I think so, because communication is changing. It's not the same way like it was in traditional newspapers or when we have a look at journals or so on. It's changing with new media, and we have to keep up pace with what is playing in the world of digitization. Журналистика меняется, потому что и мы должны следить за вот этим скоростью перемен, и если использовать только классические медиа и те подходы, которые были раньше, мы просто за ней не успеем. Безусловно, здесь должно быть абсолютно точно должен быть онлайн-компонент. А на вашу думку, для журналістів, ви викладаєте на факультеті економіці, тобто ви з економістами майбутніми спілкуєтесь? You are teaching at economy university faculty. Faculty. На вашу думку, журналісти від економістів тут відрізняються? Економістам потрібна така базова освіта? Чи все ж таки і ті мають бути у темі і соціальних мереж, і нових інформаційних підходів?
Would you think that economic students of economy faculty, would they need to combine basic education and the online courses? How that balance? Yeah, in our university, that's the case. So we provide, in addition to our general lectures, additional courses which are provided online or where our learners can download information also from a learning platform, attend courses there. And this is really helpful even in the field of economics, because then it's more straight and you get more impressions. So it's multi-perspective. And this multi-perspectivity is not so so easy to reach in just a lecture where somebody is standing directly in a traditional way in front of you. Современная экономика ставит перед нами много вызовов, и вот эта мультивызовность некая к тем вопросам, которые есть в нашем обществе, экономики требуют разные подходы. Вот эти подходы невозможно удовлетворить только классической лекцией, классическим образованием. Поэтому наш университет является тем самым примером, когда мы соединяем различные подходы, скажем, классического базового образования, к которому все привыкли, и онлайн-технологии. Ми говоримо про блогерство, ми говоримо про дуже цікавий термін MOOCs, так? Yeah. Соцмережі. Також ви займаєтеся гейміфікацією. От сьогодні, якщо говорити про конкретні речі, які ви застосовуєте в університеті у Німеччині, це що? So what tools you apply in your at your university? So as far as I understood, you apply blogging, you apply games, gamification. Yeah, gamification elements. So we try to combine different approaches. In my research and in my lectures, I'm combining work on serious gaming, so a motivational approach by games to get deeper into the knowledge of a topic. With blogging techniques, as well as other social media approaches and real course designs. So we are creating a sort of curriculum, and we integrate the different phases, face-to-face or online, at a specific point of time when we have a sort of change. We try to do it in a sort of flipped classroom approach. Фактически программа предполагает несколько фаз, определенные фазы в образовании. Где-то мы используем и употребляем в основном игры, которые позволяют углубиться в предмет. Дальше у нас есть блогерский элемент обязательно, у которого есть обязательно менторский компонент. Мы сопровождаем наших студентов до определенного этапа, ну и потом они заканчивают так называемой флип-комнате или так называемой аудитории, где они работают над определенным проектом и заканчивается определенным результатом. То есть у них есть такой многоуровневый подход, который ведет к определенному результату. А наведіть приклад. От блог у студента-економіста. Що він там пише? Could you please give an example? So imagine this is a blog of a student of your faculty, economics. Just what is he writing about? What is he speaking about? Yeah, for example, when I have a look at, for example, a lecture of mine, we are talking about management and how to be a leader in an enterprise. And so our students currently are working on short videos. They analyze the communicative situation in a video, and then they're writing a report on a blog about this to share this information with other student groups. So, фактически, они используют блог как результат, показательный результативный продукт, которому они приходят в определенном этапе работы. То есть на сегодняшний, например, группа Марка сейчас разрабатывает видео, которое связано с менеджментом в предпринимательских предприятиях. Так. Вот. И, следовательно, они сейчас снимают это видео, которое потом оно станет как бы предметом обсуждения с другими студентами. Це майже журналістська робота. Almost journalist. We try to give our very best, but I don't think that we are journalists. But we are acting in a way to get a multi-perspective approach. And this is crucial because if you want to have impact in society and if you want to have open-minded people, it's important that they get used to new media and to express their opinions and their thinking in a free, open space.
наши студенты используют мультиуровневый подход, потому что нельзя сказать, что они журналисты, но у них есть возможность использовать все эти элементы для достижения результата, который перед ними поставлен. А ваші розробки, вони стосуються гуманітарних наук? Чи ми можемо говорити, що таке може застосовуватися і у хіміків, фізиків, математиків? Is it just it concerns only natural sciences, or it can be applied to like to chemistry, to sciences like chemistry, mathematics, or whatever? Yeah, I would say it can be applied, but in my experience, it is much harder to apply it in physics or in chemistry than in social science, because it's there always about communication, and it's about communication structure and processes. And many of the other professors from the natural science section, they're focused really on the topic just, and they're not used to discuss the ways they are seeing a world. And if you are on an upper level, for example, on a master's degree, that's easier, because then you have a basic knowledge and you can discuss on different perspectives of this basic knowledge. So it's easy to integrate it there, but straight at the beginning, it's easier to integrate it in social science, I believe, than in natural science. Скажем, эти социальные науки скорее более открыты к этому подходу, потому что если мы говорим о серьезных, о точных науках, говоря по-русски, здесь речь идет скорее, этот подход будет уже для более продвинутых студентов, которые уже на уровне магистерской программы, потому что базовые знания требуют не рассуждения на тему того, чего или другого, да, требуют определенных знаний. И тут блок на самом деле не очень подходит как метод. Да? То есть это уже скорее, когда ты уже имеешь определенный уровень образования, у тебя есть возможность порассуждать на ту или иную тему в виде блога, тогда уже можно это использовать. Сейчас Марк понимает. Maybe it's also on the level of reflection. Скорее, это уровень реакции или обратной связи, скажем так. А якщо у вас вже є уявлення, що таке українська освіта вища? So you might have an idea what is Ukrainian education at. Який рівень? Німеччина, Україна? Yes. Can you compare Germany and Ukraine? Yeah, it's a little bit difficult for me because I'm not so used in Ukrainian educational system. I think there are similarities, but there are also some differences. I would say that our system is in some parts free, but there are strict regulations behind that on a curricular level. And I know that many professors have in Germany something which they call the freedom of science and the freedom of teaching, so they are free to decide it. And as far as I had discussions with Ukrainian partners, I have in mind that they sometimes say that there is a sort of cover behind this. This means not that you are under pressure, but that you have to stick to some regulations. And in our case, we can discuss it in the group of professors, and we can decide, okay, we focus now on this topic. And I would say a difference is that there is the possibility to decide directly on a professorial basis. Я не взялся бы сейчас сравнивать украинское и немецкое уровень образования, хотя бы потому что, я всего лишь тут несколько дней и мало знаю, но насколько я сегодня смог обсудить с коллегами, что на самом-то деле принципиальным отличием, наверное, сейчас можно сказать, что у нас есть так называемое понятие философия свободы профессорского решения. То есть, по сути, мы с коллегами на собрании решаем, по сути, что будем преподавать, как мы это будем делать, и нету какого-то внешнего решение, кто бы нам говорил, что делать. В отличие от, скорее, от украинских коллег, которые говорят о том, что у них достаточно большое влияние, и эта система закрыта, им спускаются сверху эти программы, и они, по сути, только их выполняют. И это принципиальное отличие, что мы, можем принимать достаточно свободные решения, но при этом, при всем, он сказал, есть другая сторона медали, за этим всем стоят достаточно серьезные, строгие процедуры, регуляции, или как сказать, правила, за которыми мы должны следовать.
А як студенти сприймали те, що ви розповідали, чим ви ділилися? Тому що мені здається, що вони, напевно, мали бути дуже раді, якщо такі новинки війдуть до їх вишу. How can you assess how the students today welcomed the ideas that you have brought? Okay. And because that she assumes that potentially students might be should be happy with all those innovations mm-hmm. that you have brought. Yeah. Okay, there are differences between the students which are coming new to the university or the ones who are used to this. The students who are new to a university come in a specific university setting and they have to cope with the challenges, with the chances, with the problems. But if they get used to it, it's quite easy for them. So in our case, I would say we are doing this for years now. And the students get a little bit accustomed to this. So they are in a sort of progress through the study program. They begin with smaller projects, with smaller ideas. And so they get acquainted with the technology and with the ideas. And when they are stepping up to the bachelor's degree, to the master's degree, it becomes more challenging. And the feedback is quite amazing. So we have such a good feedback that we just adjust our approach to the recommendations we get from the teachers as well as from the learners. Ну, по суті, у нас є два підходи в образованні. Тобто, це ті студенти, які новенькі прийшли, і ті, які вже якби з нами. Тому, коли використовуються подобні технології в образованні, це якби поступательний процес. Тобто, вони починають, привикають к этим механізмам, і вони становятся абсолютно не, ну, якби, не inevitable, тому по-англійськи. Не, без них невозможно вже. Тобто, вони це сприймають як данность. Неизбежное. Спасибо. Неизбежное. Они, поэтому эти... Все зависит от того, как вот в эффективном использовании этих технологий. А що, на вашу думку, все ж таки треба було сьогодні робити в українських вишах? What would you recommend for Ukrainian universities or high school establishments? Mm-hmm. What would be your recommendation? What potential improvements or yeah. what they have to look at? Yeah, I think it's important to keep pace with the digitization process, to have a sharp eye on what is happening in the economy and how enterprises are changing, because this has a direct link to the labor market. Ну, во-первых, нужно идти в этом направлении, в направлении дигитализации, говоря эстонским сленгом, или оцифровывания всего этого. И самое главное, как бы иметь очень острый глаз на все перемены, которые требует рынок труда, потому что именно он определяет потребности, и если мы как бы сможем удовлетворить эти потребности, которые однозначно связаны с цифровыми технологиями, соответственно, наши студенты становятся более успешными на рынке труда. Yeah. This, sorry, may I continue? And this means that the people in the university should also have a look at how they behave in the lectures. So it's a sort of change of mind, because if you are looking at economy, they are always working in teams, and they have to share ideas with each other. But if we are looking at traditional universities, it's just providing information and the learners have to be in a receptive view. So, but this has to be changed. They have to be more activated. По сути, эта методика, которую мы предлагаем, там, блоги и так дальше, есть, ну, как бы классический подход говорит о том, что обучающийся, он лишь получатель данных. То есть кто-то тебе его дал, я это получил. А в данном случае, когда ты участвуешь, ты скорее, это как бы дорога в двустороннем направлении. Ми поговорили про вищу школу, а от щодо звичайних середніх шкіл. So we touched a little bit high school, but what about the secondary school? In Germany we have to divide secondary schools between vocational secondary schools and the upper level of general secondary schools. And maybe if we look at general schools, we have to introduce information about digitization and media competencies,
also in our subject. So maybe it's good to talk in, for example, language learning, English learning, also about how to transfer core information to public. And this is not only for journalists, this is also for people who are working in the labor market in an enterprise, because they have to put it into easy words so that it's understandable for everybody. This means that this is not only for general schools, in vocational schools, this becomes more crucial. Наша средняя школа делится на несколько этапов, то есть есть как бы так называемое профессиональное образование, там, помладше школа, и компетенции, о которых мы сегодня говорим, они не касаются только журналистов. Это, по сути, возможность коммуникации. Если ты что-то умеешь, ну, например, ты изучаешь английский язык, теперь как ты его будешь, например, использовать, как, грубо говоря, экспорт того, чего ты знаешь, как ты передаешь дальше? Вища школа, середня школа – це такий комплекс, який, я не знаю, як у Німеччині, в Україні дуже, ну, злиті так виходить. І батьки дуже обережно ставляться до технологій, до яких добре ставляться діти. Діти поринають у соціальні мережі, діти в іграх, і батьки намагаються їх відірвати від гаджетів. А ви пропонуєте навпаки їх туди долучити? So the dissonance here that the older school parents they are not used to these digital tools. Yeah, you're and right. But the youth are very much attached to all those innovative things, and the parents would love to drag them out from that. But you advertise and promote usage of those tools as much as possible. How would you comment on that? Yes, I think there is a difference and there is a dissonance. Yeah, you're right. But I would say that this is changing. There is a shift in society. I don't know if this is the same in Ukraine, but when I have a look at Germany, so the people become more attached to digital technology in their daily life than it was about 10 years ago. So, for example, when I'm talking about my family, about my father, he's about 80 years old, and he's now taking a computer. So it's not that strict. So they are coming into touch, so there are some acceptance problems, but it's a thing when they get a little bit used to it. They see also the advantages. Это было бы неправда сказать, что абсолютно, там, например, моему отцу 80 лет, он пользуется компьютером, и все прекрасно на самом-то деле. Безусловно, нужно сказать, что молодежь гораздо больше увлечена и как бы зацеплена за цифровые штуки, но я не знаю, как в Украине, но в Германии уровень преемственности достаточно высокий. Есть, конечно, вопросы, никто не говорит, что все просто, но уровень доверия к цифровым этим технологиям и возможностям достаточно высокий, и все пользуются. Ну, напевно, це такий цивілізаційний шлях, який ми ще маємо пройти в Україні. Most probably this is the path that Ukraine might take and lead. Yeah, maybe, but the crucial point is that you activate also your teachers, because the younger generation is very motivated to work with it. But one crucial point is to get the teachers involved and to provide them with the necessary competences. So it is important to do something like fostering teacher training. Очень важно, что подобное движение активирует еще и преподавателей средней школы, потому что если молодежь уже активно вовлечена в этот процесс, она приходит в школу, и это требует воспитания определенных четких компетенций, которых, например, нет у учителей и преподавателей, но это требует. Это, соответственно, вот этот диссонанс между возможностями и потребностями, он, очевидно, существует. Это приводит к тому, что преподавателю нужно вот в прямом смысле учить этому. Так, це зрозуміло. Треба навчати не тільки вищу школу, а й педагогів середньої школи. Давайте підбивати підсумки нашого інтерактиву. Ми питали, нагадаю, який тип освіти ви би обирали або обираєте, академічну чи дистанційну. 71% наших глядачів обрали академічну освіту. Тобто, 71% of our watchers, they selected the classical education. Okay. Як вважаєте, це результати показові? Is it representative?
I don't know if it is representative for Ukraine. I can say if you ask a general audience also in Germany, they will be voting not that high, I think, but also with a high percentage for traditional training, because they are not used to it. It's about dealing with change and be open for new approaches. So it might be challenging, yes, it is. But on the other hand, we are not used to the additional concepts which we gather in such approaches. And so I think it's quite typical, but it's not a general problem. It's about making sure that the people who deal with it get more in contact with it. If you just hear it for the first time, it's pretty new. But if you get used to it, it's getting better. Я думаю, что если подобное исследование было бы в Германии, скорее всего, не было бы таким высоким этот процент. Однако, если кратко перевести Марка, то суть в том, что это все, это как путь осилить идущий. То есть, соответственно, как только ты начинаешь пользоваться, твой уровень доверия все больше и больше и больше ко всему новому сначала как бы нет, а потом ты начинаешь как бы вовлекаться в этот процесс, и ты уже понимаешь, что там без определенных технологий ты уже не выживешь. Дякую вам, що завітали, що поговорили на актуальну для України дуже тему, тому що у нас дуже активно впроваджуються новітні освітні технології, у тому числі у нас є нова українська школа, вже запроваджується з минулого року. Ми маємо надію, що дістанемося гідного рівня. So new approaches are very much installed in Ukraine. For example, the new Ukrainian school already introduced. So it's basically all those digital tools are applied. So we are on the way. Yeah, great. Дякую ще раз. Нагадаю, що про новітні освітні технології ми говорили з Марком Бойтнером, професором, завідувачем кафедри ділової та кадрової освіти в університеті Падерборн, Німеччина.